Всем привет! Сегодня у меня на обзоре сейф-копилка с кодовым замком и сканером отпечатка пальца. Давайте ее посмотрим. Копилка такая, вот смотрите. Комплект ее с такой штучкой. Игрушечная монетка. Инструкция. Это вставляете сюда, так вот, сам сейф вот такой вот, сюда вставляются купюры, смотрите, вот. А сейчас вот маленькие монетки вот такие вот вставляются. Код стандартный, 3 нолика. Он выглядит внутри, смотрите. Там все деньги такие. Как поменять пароль? Сначала нажимаем свой стандартный. Открываем, держим в открытом виде, нажимаем на звездочку и держим. И нажимаем любой код. И на решетку. Если двойной сигнал, код поменен. Вот, посмотрим. Вот, смотрите. Вот. Если вдруг вы забыли свой пароль, поменять можно на стандартный. 3 нолика. Вот таким вот образом. Переворачиваем. Откручиваем. Достаем. Берем, ждем 10 секунд. Дождали. Ставим. Ложим вот это вот. Посмотрим. Работает. Главное, не говорите пароль маме. Если этот сейф очень понравился, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Пока-пока!